И сегодня вместе с вами я хотел бы подвести итоги нынешнему году, насколько увеличились наши продажи. По нашим подсчетам, наши глобальные продажи, за исключением Кореи, в этом году достигнут 1,8 миллиарда долларов. Atomy Китай уже достиг уровня продаж более 400 миллионов долларов. Также растут продажи в Тайване и в других регионах мира. На 37% выросли наши продажи по сравнению с прошлым годом. И если мы включим в эти продажи Корею, то мы прогнозируем наши продажи на уровне 2,2 миллиарда долларов США. Американский рынок вырос на 23% в этом году, канадский на 25,4%, Мексика на 25%. Но так как эти страны очень большие и с большим населением, мы ожидаем еще большего роста и видим большую перспективу в этих рынках. Малайзия показала рост в 65%. Также продажи в Индонезии выросли практически в два раза. А Россия и СНГ вырос по сравнению с прошлым годом на 65%. У нас сейчас открыта Россия, Казахстан, недавно открылся Кыргызстан, и мы также ожидаем продаж уровнем в более чем 100 миллионов долларов в каждом из этих регионов. В 2021 году мы открылись в Новой Зеландии, Турции. В июле это была Великобритания, затем Казахстан и Кыргызстан, о чем вы могли видеть совсем недавно. В Великобританию входит Англия, Шотландия и Ирландия. Но на самом деле жители 32 европейских стран могут уже регистрироваться через наше представительство в Великобритании. Поэтому можно сказать, что мы открыли путь в Европу через Великобританию. Также в 2022 году мы ожидаем открытия представительств в Бразилии, Монголии, Узбекистане и в Европейском Союзе. Также у нас есть наша особенная стратегия GSGS — глобальные продажи и глобальные ресурсы для глобальных продаж. Мы не просто экспортируем корейскую продукцию, мы также находим наилучшую продукцию по всему миру, находим ее и продаем в другие страны, включая Корею. И на данный момент у нас уже есть более 50 продукций стратегии GSGS и продажи зарубежной продукции выросли в этом году на 28% по сравнению с прошлым годом. Мне кажется, это потрясающий результат. В Америке это сухофрукты, в Таиланде это мамурдика бальзамическая и кокосовый сахар, например, на Филиппинах, из Малайзии чикен карри и яблочные чипсы из Китая. Они очень вкусные, и они пользуются большой популярностью среди наших всех членов Atomy. Также во второй половине этого года мы запустили продажи продукции меда манука из Австралии. Он уже доступен не только в Австралии, уже он доступен в Малайзии и в Канаде, например.
그리고 내년에 에티모리 더 리뉴얼이 되게 되면은 더 많은 분들이 И в следующем году мы планируем еще улучшить наш Edge Mall, чтобы все вы могли получить доступ к еще лучшей продукции со всех точек мира. Также мы запустили продажи органического витамина D3 из США, и мы планируем еще больше продукции. Например, зеленое медийное масло из Новой Зеландии, кофе арабика из Таиланда. Из Тайваня мы планируем запустить продажи органического риса и так далее. Как вы думаете, какой продукт пользуется наибольшей популярностью в Атоме? Конечно, есть Эмухим и наша линейка Абсолют. Но помимо этого, еще один очень важный продукция, которую мы производим, это успешные люди. Компания Atome — это компания, которая производит успешных людей. Посмотрите, сколько людей стали новыми лидерами. 16754 человека стали мастерами продаж. Более 3000 человек стали бриллиантовыми мастерами. Далее вы видите на экранах, сколько у нас мастеров Шаронской розы, стар мастеров, роял мастеров и 7 краун мастеров. За этот год, мне кажется, это большой успех. Также у нас 365 человек стали членами клуба лидеров, которые зарабатывают более 100 тысяч долларов в год. Из них 247 вошли в этот клуб в этом году. Также у нас 24 краун-мастера. Это выдающиеся люди, и среди них мне бы хотелось отметить особенно некоторых людей. Это мистер Ко Сюша из Китая. Который работает по всему Китаю. Также из Тайваня. У нас есть человек, который обладает докторской степенью и очень активно участвует и продвигает продукцию Atome. В Тайване также у нас есть молодые люди, такие как 31-летний Винсент из Малайзии, который в течение всего лишь за 5 лет стал членом клуба Краун Лидеров. Постоянно обладает активной жизненной позицией, всегда очень позитивный. Я желаю всем вам еще большего успеха в следующем году. Также мы готовим для вас очень много нового в следующем году. И в этом году вы уже видели наши старания, такие как наш World Success Show, шоу глобального успеха, которое было переведено и обладает субтитрами на 11 языков. Каждый из выпусков посмотрели примерно 30 тысяч человек в среднем. И следующий выпуск нашего шоу ожидается 17 декабря. В следующем году мы ожидаем второй сезон. Также у нас есть Edge Mall, как вы знаете. Очень часто продукция, которая уже доступна в Корее, еще недоступна по всему миру. И поэтому, начиная с июня этого года, всю новую продукцию, которая доступна в Корее, вы можете получить в своих странах через Edge Mall.
Продажи Эджимола в этом году достигли более $1,5 миллиона, и около 119 видов продукции уже могут быть доставлены в 19 стран мира. Мы сейчас готовим новую версию для мобильного телефона и работаем над улучшением нашей системы. Скоро мы надеемся, что мы добавим продукцию из Тайваня, Австралии и других стран, следуя нашей цепочке GSGS, чтобы и эти продукты были доступны в Эджимоле. Также сейчас уже у нас есть люди из 25 стран, около 560 тысяч человек, которые являются жителями стран, которые не являются членами АТОМИ, но они уже зарегистрированы, и они ожидают открытия в своих странах. Например, если взять Бразилию и Монголию, у нас уже более 100 тысяч человек зарегистрировались и ждут открытия в этих странах. И несмотря на то, что представительства официальные в этих странах еще не открылись, продажи в этих регионах уже достигли уровня в $16 миллионов. Это говорит о том, насколько много людей ожидают открытия АТОМИ в своих странах. В январе следующего года мы планируем открытие еще в 8 странах. Это Гаити, в первую очередь, Нигерия, Намибия и еще другие африканские страны, в том числе 8 стран всего, ожидают своего открытия в январе следующего года. Так что мы действительно верны своему слову и являемся глобальной компанией. И еще одна шикарная новость, которую я хотел бы поделиться. Мы достигли продаж в $300 миллионов. И получили за это государственную награду. Я смотрел на компании по уровню их продаж. На первом месте, конечно, были компании такие, как Samsung, Hyundai, LG и так далее. Но мы были на 23-м месте среди всех этих огромных конгломератов. И я думаю, что это для нас потрясающий результат. И, конечно же, это все благодаря вам, благодаря каждому из вас, которые пользуются сами и продают своим знакомым и друзьям даже небольшую продукцию, такую как зубная паста или зубная щетка. Я хочу от всей души поблагодарить вас об этом и поздравить с этой наградой вас всех. Конечно, очень тяжело. Я знаю, что многие из вас сейчас смотрят эту Академию Успеха в своей комнате у своего компьютера. Но я бы хотел думать, что вы не одни. Мы все вместе с вами, и мы, как компания, всегда будем вас поддерживать и всегда будем рядом с вами. Спасибо!